там просто нет борцов, которые не владеют техникой партера, такого объема, как нужно. Просто их нет. Они туда не доходят. Понимаете? Они остаются где-то вот там. Ну и вот партия. Как я уже сказал, моя левая нога, она... Ну, она не может. Вот это, конечно, хорошо, покажусь положение подходящего. Казалось бы, я защищаюсь, ничего подобного. В этом положении надо закрывать. Вот он меня взял. Моя левая нога, она вот... Но она не должна тут лежать бревном. Она может выполнять все функции. Гнуться не может, но подбивать она может. Для того, чтобы завершить бросок, ну все вы знаете это движение, я просто вам его продемонстрирую в очередной раз, потому что повторение напишите. Вот есть рабочий момент. Да, кстати, когда колено коронировано, это не повод от того, чтобы там отказываться от тренировки. Вот. Надо просто предупредить партнера, чтобы он не нагружал ваше колено. И все, и работает. Вот. Дальше, опять же, да, вот это вот правило диагонали. Я здесь не лежу на спине. Я отодвинул таз, развернулся. Таз убрал, вставил ногу. Всякая игра. Вот я вставил, да, а он опытный, он знает, чем это может для него кончиться, он начинает клоняться. Левая нога вот так не гнется, но она может выполнять роль фиксатора. А теперь надо просто отползти. Просто зафиксировать руку, начать отползновение. На этом
предприятие заканчивается, и сейчас ваш тренинг вам даст еще задание, а потом мы хотели с вами снимать минуты. Да, в конце. Да. Так, смотрите, давайте мы сейчас две встречи сделаем. Стойте, стойте. Первый шаг. Старший.